Проверка связи. Слышу тебя громко и четко. Я буду следить за тобой с безопасного расстояния. Путь закрыт. Сможешь перебраться? Ладно. Куда теперь? Видишь свет за долиной? Отправляйся туда. Какая здоровая башня! Эспиноса обещает, что она изменит мир, избавит людей от торнадо и ураганов. И большинство жителей Солиса верит ему. Сегодня проект Эллапа перестанет быть проблемой мира. Если твой план сработает. Сработает. Сделано. Хорошо. Двигайся вдоль трубы. Столкнешься лицом к лицу с черной рукой. Мы уже сталкивались лицом к лицу. Выдвигаюсь. Себя блокировать! Противник не стал наступать. Сохраняем бдительность. Похоже, мне тут не слишком рады. Черная рука. Отлично подготовленные наемники, труд которых щедро оплачивает Эспиноса. Это его личная армия. К тому же весьма сильная. Ха, не такая уж и сильная. Прекращаем поиски противника. Продолжаем патрулирование. Без проблем. Я около проекта Эллапа. Рика, выше есть пульт управления. Не знаю, как я туда... Я разберусь.
Думаю, так я смогу подняться наверх. Почти готово. Контакт с целью потерян. Ясно. Нужно найти цель. Так, Мира, я нашел пульт управления. Подключи меня, и я найду Эспиносу. Подключаю тебя, Мира. Хорошо. Оставайся рядом с пультом управления, или я потеряю связь. Всем постам. Обнаружены несанкционированные проникновения в сеть. Остановить нарушителя любой ценой. Черт. Задержи их. Я постараюсь побыстрее найти его. Всем постам! Убить нарушителя! Они пытаются, дамочка. Ящик с оружием? Черная рука как следует готовится к операциям. Тут полно бойцов черной руки. Я разобралась с системой безопасности. Просто подожди еще несколько секунд и сможешь пройти дальше, Рика. Ищу его. Ага, не торопись. Высоченная, а он на самом верху. Вряд ли он продержался так долго. Он непростой человек, господин Эспиноса. Да. Но лучше бы убедиться. Да, господин Эспиноса. Посмотрим, на что способен проект Илапа. Господин. Ядру нужна пара минут для полной зарядки. Задержишь его до тех пор. Говорит командир Моралес, враг на территории. Активировать защиту и лапы, привести артиллерию в боеготовность.
Та женщина с Рико в аэропорту. Это та, о ком я думаю? Да. Разберись с этим. С удовольствием. Пожалуйста, ответь.